Наконец-то. В общем, не буду я наше время с вами тратить. Давайте быстренько пробежимся по тому, что я для вас сегодня приготовила. Конечно же, традиционно начинаем мы с того, что идем, конечно же, к уровню золотого директора. Я не устаю напоминать о том, что мы с вами двигаемся к новым званиям, и каждый день, который мы прожили именно в работе, в рекрутинге, в контактах с командой, он приближает нас на шажочек к нашим целям и к нашим мечтам. Поэтому, пожалуйста, помните о том, что каждое ваше действие, оно уже оплачено в Oriflame. И каждый тот отказ, который мы собираем с вами, он уже оплачен, но только немножко с запозданием. То есть чуть-чуть попозже будет оплачен каждый наш с вами отказ. Каждый отказ в Oriflame стоит больше 100 рублей. То есть каждый тот человек, который сказал «нет» на вашу презентацию, знаете, что он вам положил в карман, ваш будущий карман, 100 рублей. Это очень приятно на самом деле. И как раз-таки до уровня золотого директора нужно собрать, ну, примерно 1000 отказов. 1000 отказов собираете и становитесь золотым директором. Поэтому, кто еще не ведет таблички с отказами, пожалуйста, ведите их. Это очень удобно и очень помогает в работе. Золото – это очень приятно, и именно этот уровень я советую вам записывать в свои планы для того, чтобы вы могли развивать своих лидеров, своих партнеров и дать им возможность, ну, как бы даже в вашей голове быть как минимум директором на то, на что вы приглашаете людей. Конечно же, золотой директор, уровень золотого директора еще и позволяет нам с вами быть замечательными путешественниками, открывать новые страны для себя. Это очень важно, интересно и приятно, и замечательно. Поэтому, пожалуйста, помните о том, что квалификация на золотую конференцию 2019 года у вас уже идет у каждого. И важно всего лишь открыть и закрыть звание золотого директора в период с 4 по 5 каталог. Ой, с 5 по 4 каталог 2019 года. С 5 каталога текущего года до 4 каталога следующего. Поэтому вот это вот я хотела вам сегодня напомнить, а поговорить хотела бы я с вами о том, как же мы делать будем-то этого золотого директора. Конечно же, обучаясь на наших занятиях, выступая на вебинарах, мы с вами в этом месяце молодцы. Помните, что в следующий вторник, через неделю мы будем расписывать вебинары, и у вас есть неделя на то, чтобы подумать, на какой теме вы хотите выступить. Это обязательное условие роста – выступать на вебинарах. Поэтому, пожалуйста, запланируйте и запишитесь. А золотой директор, конечно же, он тоже часто выступает. И выступает не только на вебинаре, но еще и каждый раз перед своими консультантами, командой мы тоже выступаем, даже в личных разговорах между своими партнерами. Поэтому именно эти разговоры рождают вот этих вот премьер-клубовцев замечательных. 30-40 человек в каждой директорской команде должно быть. И об этом должен помнить тот, кто будет золотым директором в следующем году. А это мы с вами. Поэтому вот на это я тоже хотела обратить внимание. Ну и сегодняшний планерку, как я обещала, мы построим с вами вокруг бизнес-дня. У нас прошли замечательные события, это бизнес-дни в Оренбурге, в Орске, и всего было там больше 200 человек на этих бизнес-днях, и из них 26 партнеров от команды «Форсаж». Да, что примечательно, о чем я хотела бы вам сказать, и чтобы мы все с вами хором погордились, это то, что с нашей командой было 17 партнеров. Это делегация Орская, трое замечательных девушек были. Это наша персональная группа с Денисом, и это персональная группа Елены Колесниковой. Это тоже директор нашей команды. Да, и мы с вами вот такие вот молодцы. 17 человек отучили на бизнес-днях. Это очень круто. И я рада, что вот такие вот замечательные красотки и красавцы работают все в одной сфере и, в общем-то, на улучшение своих доходов. Далее. Я захотела мыслью этого бизнес-дня вынести вот такой вот девиз, да, мысли как бриллиант.
Мне очень понравилась эта формулировка от нашего вышестоящего наставника Алексея Колтун. Он нам рассказывал о том, что важно думать как бриллиантовый директор, даже не становясь им. И об этом говорят многие бриллиантовые директора. Что прежде чем вы станете тем, кем хотите, вам нужно уже думать о том, что вы этим человеком уже являетесь. Поэтому думайте как бриллианты и отвечайте себе на два вопроса. Первый. Для чего я рекрутирую? Второй. В чем смысл бизнеса? И на эти два вопроса вы постоянно находите ответ. Ответ для самих себя. И на первый вопрос, для чего я рекрутирую, важно отвечать именно не свою цель там по карьерной лестнице, а свои мечты, которые вы реализуете, когда вы станете золотым, сапфировым, бриллиантовым директором. И в чем смысл бизнеса именно для вас? Потому что многие люди думают, что бизнес в Oriflame – это мешки с косметикой, которые надо таскать где-то и продавать что-то. Кто-то думает, что смысл бизнеса в том, чтобы без конца кого-то там приглашать и все, да, и вот этот бассейн с двумя трубами, в одну втекает и в другую вытекает, это тоже имеет место быть. По-разному все думают, вот поэтому я вам предлагаю вот об этих мыслях подумать на бумаге и записать именно тезис на свою точку зрения относительно каждого из этих вопросов. Потому что именно эти вопросы, они заставляют думать, именно эти вопросы заставляют искать свою личную, неповторимую и ни с чем не сравнимую мотивацию, которая призывает нас действовать. Далее. Что еще на бизнес-дне было из таких фактиков гордости? То, что у нас были поздравляемые, да, девчоночки наши фотографировались с нашим вышестоящим наставником. Наш лидер, топ-лидер, номер, топовый лидер, топ-15, участник топ-15 самарского филиала, это Алексей Колтун, он приезжал и помогал нам с вами определиться, да, с мыслями бриллиантовыми. На этом же бизнес-дне поздравляли нашу несравненную Татьяну Короленко с новым результатом. И это еще один факт гордости компании, да, что любое звание, которое вы закрываете, любой результат, который вы получаете, вы получаете поздравление дальше после этого результата не один раз, не два раза. Вот Татьяну уже поздравили третий раз с ее званием, и это еще не все. Ну и еще один факт гордости, который в этом бизнес-дне очень ярко проследился, и все девчонки это заметили. Это то, что мы имели честь с Татьяной выступать на бизнес-дне и делиться нашими наработками. И, в общем-то, получили успех, да, успешное выступление, и все нас очень внимательно слушали. И это очень здорово. Я считаю, что мы имеем право гордиться этими результатами. То, что мы с вами вместе создаем ту систему, которая работает и которую повторяют многие лидеры Оренбуржья. И это очень здорово. Ну и после у нас был директорский совет. Это то, чего вы еще пока не знаете, потому что все, что я до этого вам рассказывала, вы и сами видели. Вот вы можете посмотреть в правом верхнем углу. Это директорский кофе-брейк. Нас там вкусно покормили. Ну и хотелось бы показать вам, сколько свободных мест еще есть для вас, потому что мы всех ждем в именно директорском корпусе самарского филиала Оренбургского района, Оренбургской области. Посмотрите, пожалуйста, вот старшие менеджеры и директора Оренбуржья, которые приехали на бизнес-день. Да, немножко не все собрались, но основная часть вот она. Посмотрите, сколько мест свободных в зале. Выбирайте то место, которое нравится вам, вот то, которое на вас смотрит. Мы реально всех ждем в этом составе на вот этих вот планерках. И я вас вообще очень призываю запланировать себе вот
вот даже такую цель, да, хочу в глобальный вот такой вот топ Оренбуржье, пусть сначала будет, потом топ Самарского филиала, потом топ 15 России. Любое действие, оно, любой результат, он просчитывается и просчитывается маленькими-маленькими шагами, поэтому вот, директорская команда вас ждет. Как же прийти вот к такой вот замечательной жизни директора, золотого директора, бриллиантового? В принципе, рецепт один. Вот я постаралась этот рецепт вам прописать. И, пожалуйста, вы себе этот слайдик тоже можете сфотографировать для того, чтобы он у вас был. Смотрите, важно сначала выбрать мечту. Вот та, которая вас будет двигать. Принять решение, что вы будете этой мечты достигать, да? Поставить срок. Слово скопировалось. Поставить срок исполнения. То есть это уже будет как цель. То есть вы мечту трансформируете в цель. Определите ежедневные шаги ваши. То есть как вы каждый день будете двигаться. 5 звонков по рекрутингу. Пусть будет 5 звонков, но каждый день. Вы за каталог делаете 100 звонков, и это будет лучше, чем вы в прошлом месяце. Работа с командой. Может, какие-то открытки, посты. Все что угодно, но каждый день. Двигайтесь вперед. Ну и, конечно же, самое приятное – это получать первые результаты, похвалить себя за эти результаты. Неважно, какие результаты вы получите, положительные, отрицательные, помните, что каждый отказ уже оплачен в Reflame, как минимум 100 рублей. Помните об этом и идите дальше, хвалите себя и идите дальше. Вот это вот рецепт успеха и рецепт достижения бриллиантового уровня. Работаем 3 часа на рекрутировании каждый день, и будет отличный результат. Идем дальше. Ну, мой любимый слайдик на ближайший год – это счет недель. Помните, да, что 5 недель года мы уже прожили, 47-й понедельник наступил, и 26 из них программа «Адреналин». Кто уже написал заявки на «Адреналин»? Есть такие? Поставьте буковку «А», что вы «Адреналин» сделали. Отлично, Лена, вижу. А, да, адреналин, учим заодно, адреналин. Знаю, что Людмила многих запустила на адреналин. Кто еще? Ну, не стесняйтесь, пишите буковки. Вот он, слайд про адреналин, да, как он. Все акции сейчас, которые идут в компании, они все объединяются вот в это замечательное слово адреналин. Поэтому работаем по всем акциям, которые сейчас есть, и о тебе, о твоей весне, реактивацию используем. Стараемся по максимуму для того, чтобы у нас с вами были замечательные результаты. Работаем мы по трафаретам для того, чтобы понимать, что мы хотим вообще получить от этой жизни. Есть меню, да, по которому вы выбираете то, что вы хотите. Есть распорядок дня. То, что вас мотивирует сильнее всего, то используйте, пожалуйста. Я не хочу сейчас много времени тратить, я вам основную тему уже сказала, мне просто осталось сделать вам небольшие ремарочки, напоминалочки, да, которые позволяют нам с вами снова и снова окунаться в успешные свои будущие дни и делать сегодня действия, которые принесут нам результат в дальнейшем. Помните, что главный вопрос для вас – это вопрос «Зачем?». Для чего вам надо звание, для чего вам надо повысить доходы? Зачем вы пойдете к новым людям? Кого вы будете искать? Сколько человек вам надо? Кто из них будет ключевые? Сколько регистраций? Все эти вопросы начинаете задавать, когда у вас есть ответ на вопрос «Зачем?». Ваш результат, конечно, зависит от вас. Поэтому знаю, что многие уже сделали баллы, чтобы быть в премьер-клубе. Это важно. Рекрутирую я, рекрутирую или нет, да, 5 человек в каталог. Я обучаюсь или не обучаюсь, я на связи или не на связи, вот оно. А вот то, что дает нам с вами результат. Так. У нас впереди еще розыгрыш, и поэтому давайте поставим акценты на эту неделю. Это, конечно же,
рекруты контакты со спящими и с вашей структурой. То есть вы сейчас у нас остается с вами 7,6, 13 дней. Вот на 13 дней, пожалуйста, напишите ежедневный список с фамилиями, кому вы звоните из спящих, кому вы звоните из структуры. И каждый день звоним 3, 5, 7, 10, у кого сколько там звонков получается, разделили с менеджерами своими и звоним. Пишем отчеты в командном чате. Вот я отчеты очень жду. Что-то в последнее время опять их стало мало. Домашнее задание. Мы с вами определяем свой ежедневный минимум. Вот по этому плану, который мы сегодня с вами разобрали. Ежедневный план по рекрутингу, по работе с командой. Пишем отчеты по своему же ежедневному плану. Смотрим. Кто не посмотрел видео Елены Рублевой, кто посмотрел, смотрим Марию Колосову с конгресса и важные мысли записываем для себя и делимся с коллегами в чат. Карту желаний делаем, потому что сейчас уже пора. Ищем ключевых партнеров, ну и, конечно же, интересно ваше мнение по поводу того, как вам удается вставать пораньше, во сколько получается. Идете ли вы на пути к цели подъема в 6-7 утра? Пожалуйста, напишите свои мысли об этом в чате. Итак, список литературы, да, пополнился новой книжечкой для тех, кто прочитал все остальные, которые я предлагала вам. Можете почитать книгу Джима Рона «Витамины для ума». Это книга, которую рекомендует Татьяна Короленко. Очень хорошая книга для развития нашей любимой мышцы, то есть мозга. Ура! Мы наконец-таки пришли к розыгрышу. Смотрите, пожалуйста, сколько людей разместили заказики. 17 человек. Мы можем им всем поаплодировать. Это Киченко Елена лидирует у нас сегодня. Сеник Анастасия, Козлова Валентина, Федорова Татьяна, Олимпиева Наталья. Бондарева Любовь, Праведного Вера, Белюкова Марина уже разместила заказик, молодец. Чеботарева Ольга, Карабасова Шалпан, 130 баллов разместила. Ефимова Людмила, Даутова Раиса есть. Сегодня заказ доделывала. Так, и Куракина Алена, и Ерина Екатерина, Александрова Валентина, Логинова Татьяна. Смотрите, сколько народу сделала заказы. Конечно же, мы тоже сделали свои заказики. Уже больше 250 баллов мы разместили. Но мы как бы не участвуем в розыгрыше, поэтому здесь нас нету. Есть те, кто участвует. Какой же набор? Так, сударь Ольга, а что тебя? Денис пропустил. Меня сегодня Денис делал, выручал меня, делал. Олечка. И еще Кондратьева Альфия. Он, видимо, один список не довнес. Секундочку. Дописали. 26 человек. Ура, товарищи. Ну вот теперь, да, все хотят команду. А что Гуревич? Гуревич когда сделал заказ? На прошлом делала. А это те, кто уже успели сделать в этом каталоге, да, уже больше 100 баллов. Ну вот 26 человек, друзья мои, да, это уже прям заявка на... На что? На бриллиантовую команду. Интересно, сколько в бриллиантовой команде людей делают заказы на первой неделе? От 100 баллов и выше. Как вы думаете? Я думаю, что человек... Даже вот затрудняюсь сказать. 50, наверное. А вообще нет, наверное, 75. Около 100. Представляете, как будет здорово нам розыгрыши проводить, когда будет 100 человек. Первых, кто сделал заказы. Ну, в общем-то, от 1 до 26 мы с вами работаем. Нажимаем «Генерировать». Интересно, кто это будет. Вот тут 15. Это то число, которое было в компьютере, поэтому нажимаем. Ага. 24, смотрите, не случайно, да? 24 у меня там нету.
Это будущий бриллиантовый директор выиграл. Ну, видимо, тогда 24-й номер у нас присваивается Насте. Настя побеждает. Она, кстати, все время делает заказы. А я так увлеклась тем, что мы с вами тут лидера, да, своего будущего привлекали, что даже не рассказала, какой набор выбрал Денис для того, чтобы разыграть. Он, правда, вышел, но с его позволения я за него расскажу. Что у нас такой интересный получился комплект из любимых вещей нашей семьи. Это легендарная тушь 5 в 1 в красной упаковочке. Эта тушь была с нами на лайнере, нам ее там подарили. Одну мы разыгрывали, а вторая вот осталась, поэтому тушь. Средство чайного дерева, потому что мы его любим и им пользуемся. И раритетный такой подарочек. У меня такое еще одно есть. Я думаю, что мы как-нибудь повторим. И кто-нибудь из вас его обязательно выиграет. Это мыло, молоко и мед. Такое вот раритетное. Оно большое, в нем 150 грамм. Вот такой вот комплект у нас получился на розыгрыш. Так что Насте повезло. Она получает юбилейное мыло, тушь и средство чайное дерево. А кто бы еще хотел такое мыло получить? Его сейчас в продаже нету. Это мыло можно только в подарок получить. Вот. Так что готовьтесь. Какой-нибудь розыгрыш мы на мыло проведем. Марина, да? Ну, в общем-то, друзья мои, я постаралась вас побыстрее отпустить. Секрет успеха прост. Хоти и делай, называется. Помните про свои мечты и не сидите с ними, а обязательно двигайтесь вперед, потому что без активных действий наши мечты так и останутся мечтами, будем мы с ними сидеть на стульчике, как сказала Валентина нам сегодня с утра. Поэтому двигайтесь вперед, будьте успешными и добро пожаловать в бриллиантовую команду.